Привет, дорогие друзья, с вами Хьюго, и сегодня я хочу вам показать второй баг, который я заметил в игре Rust. И это баг, связанный с печкой и снова же с фундаментом. Если вы видите какой-то разграбленный дом или недостроенный дом, и вы хотите залезть туда и облутать и кого-нибудь даже убить, то вам потребуется лишь фундамент и одна печка.